мне предстояло оформить два зала известной московской фотостудии. В первом зале, на фоне стены из старых досок, я решила поставить две композиции с елками. В углу этого огромного светлого зала у окна мне предстояло поставить третью композицию в стиле ретро. Итого в этом зале должно было быть три композиции с елками. Если принять во внимание второй зал, то получалось уже пять композиций с елками. Я должна была оформить. И все эти композиции не должны были быть похожи друг на друга. Все они должны быть совершенно в разных стилях выполнены и совершенно в разном цвете. Для того, чтобы подобрать для них аксессуары, определиться с цветом, со стилем, я поехала в Ашан-сад, в котором уже в октябре появились елочные украшения. Венков было представлено великое множество, но, к сожалению, они мне не подошли ни по размеру, ни по цвету, ни по стилю. И я решила делать венки своими руками, используя для этого только натуральные материалы. Ссылки на мастер-класс я дам в описании. И каждой композиции с елкой я должна была сделать подарки в этом же стиле. Поэтому мне нужно было посмотреть и оберточную бумагу, и ленты, которыми бы я могла перевязывать подарки. Современные тенденции моды допускают украшения верхушки елки как традиционными шпилем, наконечником, звездами, так и современными, например, куклами. Наша елка была украшена ангелом, который был вместо шпиля и звезды. Итак, это вот один из венков, который я сделала. И он совершенно вот только из шишек сделан и лыка. В этом же стиле здесь рядом выполнена елка. Для оформления подарков для первой композиции я выбрала упаковочную крафт-бумагу, которая сейчас на пике моды и очень подошла к стилю этой композиции. Современные тенденции нашли отражение в декоре второй елки. В этом стилизованном дворике мы использовали только натуральные материалы. Чтобы стены комнаты в этом уголке не казались голыми, я сделала две новогодние картины в стиле ретро.
Для этой композиции мы подобрали самую высокую двухметровую елку и решили делать ее в классическом стиле ретро. Для оформления елки и подарков, а также картин, которые висят на стене, и венка, я выбрала основные два цвета. Это золотой и красный со всеми его оттенками. В этой же цветовой гамме я подобрала игрушки и книжки. Старинная игрушка-лошадка, подарки и елочные украшения, выполненные в стиле ретро, стали изюминкой этой композиции. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на канал. С Новым годом, дорогие друзья!